эти фигурки принтованные. Почему тут не Звездные войны, а какой-то хрен с горы? Привет, Легомены! С вами я, SLM444, и сегодня на обзорчик мне попала вот такая вот посылочка, которую для начала давайте вскроем. В пух и прах разодрали этот пакетик, и что же нас ждет внутри? Та-дамс! Две мини-фигурки от Bricks and Blocks Customs. B&B Customs прислали мне две вот такие фигурки, и сейчас мы посмотрим, что здесь у нас внутри этих zip-пакетиков находится. Достаточно милая упаковочка и фирменные логотипчики. Так, открываем. Как вы могли понять из названия видео, нас ждут внутри кастомы. Вау! Это я, ребят, если что. Если вдруг вы не поняли, почему тут не Звездные войны, а какой-то хрен с горы, то этот хрен с горы — это я. Да. Вот такая вот фигурка меня. Далее в обзоре все поймете. И еще так, опа. И еще одна фигурка, тоже классная, прикольно, прикольно выглядит. Это у нас Commander Doom. Commander Doom по 5-му или 6-му, по-моему, по 6-му сезону сериала «Звездные войны. Война клона». Да, вот такие две кастомные мини-фигурки мне пришли от B&B Customs. И отличие этих ребят от других кастомов, которые я когда-либо ранее вам показывал в других видяшках, заключается в том, что это у нас принты. Это именно принты, а не декали. И пока что это ультрафиолетовая печать, UF-печать, а не тампа-печать, как у леговцев. То есть леговцы печатают такими, типа, как тампончиками, принты наносят на детали, а здесь ультрафиолетовая печать, для этого есть специальные тоже такие станки. К сожалению, наверное, в России пока никто, по-моему, не делает там по печать, как у леговцев, но это, опять же, пока. Я думаю, что наши ребята, кастомщики, еще обязательно до этого доберутся, но даже у F-принты достаточно классно смотрятся. Да, они, возможно, имеют некоторую небольшую шероховатость на ощупь. Если вы будете трогать мини-фигурки, то наверняка почувствуете небольшие выпуклости. И также, как вы можете заметить, да, у них есть такая небольшая рельефность, если вот смотреть на отсвечивание. И, ну, в принципе, это тоже относится к тем же самым шероховатостям. Но самое прикольное то, что вы можете у B&B Customs заказать любую фигурку, которую вам надо, и они ее вам сделают на заказ и пропринтуют. Вот, я именно так и сделал, и заказал фигурку себя. Сейчас вы увидите фотореференсы, с которых ребята копировали данную фигурку. У меня была когда-то давно фотосессия, и вот, пожалуйста, они, исходя из фоток с этой фотосессии, сделали вот такую фигурку меня. Кстати говоря, да, с двойным выражением лица. Здесь я такой, типа, серьезный, а здесь улыбаюсь, ржу, ржака, ржомба. И такая вот причесочка. Прическу в лего мне, наверное, подобрать сложновато. У меня все-таки немножко, наверное, покороче прическа. Но в целом я доволен результатом и считаю, что это самый такой наиболее похожий на меня вариант. Прикольно. Я давно, на самом деле, мечтал о фигурке себя из лего. И, может быть, когда-нибудь сделаю какие-нибудь там артики тоже себя из лего, чтобы там, может быть, на обложку канала поставить или еще куда-нибудь. В целом, классно. Ну и, конечно же, Commander Doom. Тоже офигенная мини-фигурка. Шлемы и аксессуары к ним они заказывают из США. И к ним вот привозят такие. Кстати говоря, вот это уже тампа-печать, как у леговцев, а это UF-печать. И у меня тут неподалеку лежит вот, например, фигурка вот такого клона, рядышком совсем. И вот вы можете заметить, в чем отличие тампа-печати от UF-печати. То есть тампа-печать немножечко, как я уже ранее сказал, такая рифленая, рельефная и немного по-другому отсвечивает. Но я надеюсь, что вы отличие видите, потому что я лично вижу. Единственный минус моего личного заказа заключается в том, что я забыл заказать аксессуары к мини-фигуркам. Но у ребят широкий ассортимент товаров. Можете заценить его, кстати говоря, по ссылочке в описании обязательно. И если вам надо будет, то к своим мини-фигуркам, если вдруг вы будете заказывать, можете подобрать аксессуары. А по промокоду SLM444 вы можете получить у ребят 10% скидку. Прикольно, теперь я могу использовать эту фигурку, чтобы делать подобные ставки. Еще надо заанимировать ему рот, и тогда вообще классно будет. И мне еще нравится, что мелочь, а приятно из такого разряда. Нравится то, что у моей мини-фигурки даже есть вот тут вот небольшие складки на джинсах. Да, у меня там черные джинсы были. Вот. Ну и тут еще пропечатан, конечно же, пиджачок на поясе. Достаточно интересно. Ребята сами отрисовали полностью мою фигурку вот эту. Прислали мне, кстати говоря, сначала набросок. Как это вообще будет выглядеть, утвердили. Нравится, не нравится. Вот.
И все, и потом запустили в производство, все пропечатали. О, я даже не заметил, оказывается, на руках тоже есть принты. Прикольненько. То есть, ну вот подумаешь, да, как бы, блин, ну фигурка просто обычный чувачок, да, в пиджаке. А достаточно так много всяких складок и еще каких-то интересных деталей ребята придумали, все пропечатали. Это просто я к слову о том, что леговцы, да, например, в фигурках Lego City никак не запариваются за детализацию персонажей. И если они там просто в кофте, то, ну, просто там синие, желтые, красные руки дают мини-фигурки. Все-таки леговцам стоит равняться на наших кастом и добавлять небольшие, но детальки к прорисовке своих фигурок. Так, ребят, этот фрагмент я снимаю уже после съемок всего видео. Я нашел у себя в коллекции вот такие вот бластеры, которые как раз-таки подойдут нашему командору Думу. И я заметил, что, оказывается, фигурка пришла мне вот с такой вот трещинкой. Да, я сразу это не разглядел, пересмотрел видео, и действительно мне изначально пришла фигурка в таком состоянии. Я уверен, что ребята из B&B Customs не высылали мне треснутую фигурку, и это было сделано не специально, потому что они используют только новые детали для своих кастомов. Но мы с ними списались, я им показал, скинул фотки этого казуса, и они абсолютно спокойно пошли мне навстречу и сказали, что пришлют мне новую руку на замену этой. Так что мы с ребятами спокойно договорились и решили данную небольшую возникшую проблемку. А еще из моих прошлых видео вы наверняка можете помнить о том, что мне приходили однажды вот такие вот декализированные детали с моими логотипами, моим новым и моим старым логотипчиками, и я поставил свою фигурку сюда же, вот на такую подставочку, и теперь вообще очень круто это все выглядит. Вот такой вот SLM 444 в Лего. Ну что ж, сегодня я познакомил вас с еще одними российскими кастомщиками, ребятами, которые стараются продвигать тему Лего в массы и делают свою качественную продукцию. Это был мой такой пробный заказ, и в следующий раз я, возможно, закажу у ребят Дарта Вейдера в такой поломанной маске. Я видел, что они делают еще уникальные детали для своих мини-фигурок. И также у них были сенатские гвардейцы. Они даже делали Мас Амеду, если я не ошибаюсь, это вице-канцлер Галактической Республики. Тот самый синенький такой чувачок из приквелов. Что-нибудь вот такое вот с уникальными деталями я бы у ребят, наверное, тоже заказал. Хотя бы просто пощупать, посмотреть. Насколько я знаю, это 3D-печать. И вот они таким образом делают свои детали и свои какие-то кастомные новые фигурки. Ну что ж, это был вот такой вот обзор такой кастомной продукции от наших отечественных ребят. Обязательно их поддержите хотя бы лайком, комментарием и подписочкой. Не забывайте, ссылочка на ребят также в описании к видео. Все, я считаю, что они достойны поддержки. Всем спасибо за просмотр, с вами был SLM444, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, все уже сказал, но повторюсь еще раз. И увидимся с вами в следующих видео, пока-пока, легомены. Пау! Ранее я вам показывал разнообразные кастомизированные фигурки. Кастомизированные фигурки.